Коробовой самой судьбой был предрешен творческий путь. Родилась она в семье, где русская песня и русский танец были неотъемлемой частью жизни. Уже в 4 года маленькая Ирина занималась в танцевальной студии русского народного хора «Тверской родник» клуба Реткинского опытного завода, где солисткой хора была ее мама. И уже тогда она поняла, чем будет заниматься в жизни. В этом году балетмейстер Ирина Андреевна отметила 2 юбилея – свой день рождения и 30 лет своей творческой деятельности. А поздравить талантливого педагога с этими замечательными праздниками на сцену поднялись почетные гости – глава города Валерий Максимов и заместитель главы администрации Лариса Владимирова. Ирина Андреевна действительно очень талантливый руководитель. При постановке спектакля «Ревизор» она у нас была балетмейстером. Честно признаюсь, вот никогда не обладал никаким даром к шагам, которые связаны с танцем, но даже таких людей она смогла научить. Спасибо ей огромное. Искренне поздравляю вас с днем рождения. Благодарю вас за преданность Дворцу культуры и городу Конаково. Благодарю за то, что ваш высокий профессионализм всегда выручает нас в трудных, сложных ситуациях. Мы знаем с вами о них. И хочу зачитать. Вам объявляется благодарность главы города Конаково, балетмейстеру народного ансамбля народного танца «Родничок», образцового ансамбля эстрадного танца «Мечта» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность любимому делу. С 2012 года Ирина Коробова преподает в Дворце культуры имени Воровского. Под ее началом успешно развиваются 3 ансамбля «Мечта», «Родничок» и шоу-балет «Бьютис». И сегодня более 100 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет украшают своими номерами все городские концертные программы. Коллективы Ирины Коробовой быстро полюбили зрители. Взрывом оваций встречали каждое новое выступление. Ведь именно народный танец вызывает мгновенный отклик в душе. Вся концертная программа состояла из новых постановок, но и про любимые тоже не забыли. Зрители сполна смогли насладиться красотой, изяществом и талантом воспитанниц Ирины Андреевны.